В ходе контрольно-надзорных мероприятий по рынкам и местам стихийной торговли оперативная группа «Запорожье рыбоохраны» задержала на центральном рынке Энергодара продавца, который занимался незаконной торговлей сетями и раколовками. При осмотре у гражданина были изъяты несколько сетей и почти десяток раколовок. Теперь, согласно статье 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, продавца ожидает штраф от 153 до 357 гривен с конфискацией запрещенных орудий лова. Всего же за 11 месяцев текущего года государственные инспекторы Запорожья рыбоохраны зафиксировали более 2700 нарушений природоохранного законодательства. Изъято более 1500 запрещенных орудий лова и почти 17 тонн незаконно выловленной рыбы. По фактам грубых нарушений природоохранного законодательства возбуждено 66 уголовных дел. Для сравнения, за 10 месяцев прошлого года было возбуждено 22 дела. Хотелось бы напомнить, что с 1 ноября действует запрет лова рыбы на зимовальных ямах. В местах наиболее массового выхода рыболовных любителей на воду поставлены аншлаги в этом году. Общее количество аншлагов 12 штук. Независимо от того, будут на месте эти аншлаги или нет, все равно за лов рыбы в запретных местах действует штраф. Согласно Кодексу административных правонарушений от 34 до 170 гривен.